Как вы приглашаете? Почему Муравьева, а не Кончаловский? Посылали ли ему, допустим, приглашение? Да? Почему не приезжают другие какие-то актеры? Я нисколько не умаляю тот выбор, который есть. Но почему, да, почему выбор гостей осуществляется по разным критериям. Во-первых, часть гостей обязательно представляют фильмы. И узнать о них, о том, какие фильмы отобрал отборщик, а ведь у нас в афишу попало всего 11 фильмов в полный метр, а на конкурс представлялось гораздо больше. И только когда мы видим итоговую афишу, мы видим актерский состав и вступаем в переговоры с теми людьми, которые будут представлять фильм. Причем переговоры мы ведем с дистрибьюторами фильмов. И команда, которая представляет фильм, она иногда сама делает выбор, кто поедет представлять этот фильм на тот или иной фестиваль. Ну и бывают специальные гости, которые либо связаны с Шукшиным, либо они предлагают какую-то интересную программу, им интересен именно регион, они хотели бы здесь поучаствовать в фестивале, ну и внести какое-то свое течение. И вот в частности про Ирину Вадимовну Муравьеву мы проговорили. Она будет работать у нас и показывать свою авторскую программу в Бийском драматическом театре. И ну, это актриса из плеяды тех звезд отечественного кинематографа советского периода, она и сейчас снимающаяся и гастролирующая актриса, которая, может быть, олицетворяет вот это ну, классическое наше наследие нашего кинематографа, несет тот дух, те традиции, и мы обязательно стараемся таких людей приглашать. Есть люди, которые не из кино, но они связаны с Шукшиным, они той эпохи, они работали с ним. Например, Анатолий Иванович Ковтун, известный фотохудожник, один из людей, который очень много снимал Шукшина, и он у нас предстанет именно в своей основной профессии как фотохудожник.